Когда ты ищешь идеал, твоя душа в полете. Ты ждешь не то, что Бог послал, а то, что съесть ты мог бы. Ведь одержимость не порок, она залог успеха. И если меломан не смог, то ты пришел без смеха. Она мала, бела, чиста, с кристально светлым звуком. Xiaomi выдала птенца, орла для наших звуков. Всем привет, вы на канале Пользы.ком, и не пугаться. Стишками я борюсь со стрессом и настраиваю вас на рабочий лад. Да, сейчас вам придется поработать над собой, чтобы поверить, что это трехватное чудо мало того, что орет так, что вы не станете делать максимальную громкость, находясь рядом, но и качество звука у нее на нереальной высоте. Приходит она в упаковке для масс-маркета, в ней один динамик, один шнур и одно китайское руководство. Пластик ABS весит эта колонка вместе с привязанным шнурком, который довольно просто прикрепить, всего 53 грамма. Как вы поняли, у нее легкая конструкция, и она удобна для хранения и переноски. 3 см в высоту и 5 см в диаметре. Говорит на китайском, активируется нажатием, на бок не поставить, но на спине есть прорезиненная поверхность с двумя кнопками. Одна кнопка включения, вторая сопряжение, но об этом чуть позже. Голубой зуб версии 4.2 при работе с телефоном, не как заявляет производитель, бьет всего на 10 метров, а по моему тесту бьет минимум на 30 при связи с телефоном. И здесь вы тоже все видите и слышите. Поддержка громкой связи у нее есть, но по моим тестам она не на высоте. Говорить стоит на расстоянии максимум 1 метр, иначе вас толком будет не слышно. Встроенный литий-ионный аккумулятор на 480 мАч у меня на максимальной громкости отработал 4 часа 2 минуты. Производитель обещает от 4 до 5 часов. Легко подключить. Включается компьютером, ноутбуком, мобильником, планшетом всех операционок. Заряжается, как вы видите, она через microUSB. У нее один динамик, рассчитанный на двухканальное стерео. Как я уже говорил, мощность 3 Вт, частота от 60 Гц до 20 кГц. Заряжается она около 2 часов, и в ожидании она может находиться вплоть до 45 дней. Тип батареи, как я уже ранее упоминал, встроенный литий-ионный аккумулятор. Чтобы активировать голосового помощника, достаточно нажать на значок микрофона чуть дольше 2 секунд. И дальше будете общаться с компьютерным искусственным интеллектом сколько вам угодно. Хоть как Bluetooth кнопку для телефона используйте или умным домом управляете. Мне было важно качество ее звучания и ее прочность. Удобство и так понятно, учитывая ее габариты на высоте. Звук супер. А то, что даже после падений на ней не царапины, вы это и так видите, это вам не металл. Вот это класс. Где купить? Ссылка на товар в описании. Завтра приедет 5-летний сын, я думаю, он от нее будет в восторге. Спасибо, что смотрите. Следующий обзор точно на фонарь для бега сделаю быстрым, емким, как всегда. Кто не подписан, подписывайтесь. Все подписчики каждые 2 недели участвуют в розыгрыше умных браслетов Mi Band 3 и Honor Band 4 Run Edition. В описании все условия розыгрыша и ссылка на обсуждение от уже получивших от меня подарки подписчиков. Видео минимум 3 раза в неделю. Жду вас, друзья, во всех соцсетях. Спасибо, что смотрите. Польза.ком рекомендует мини-колонку Xiaomi. Добра и удачи вам!